Дорогие друзья, уважаемые коллеги, пока наши друзья, у нас было две ссылки, поэтому накладка произошла такого сорта, переключаются на эту ссылку, я хочу объявить, что сегодня у нас происходит заседание совместного семинара по телекоммуникациям и по мат-моделированию. И на этом совместном семинаре предполагалось, что руководить будем мы вдвоем с Константином Евгеньевичем, но так получилось, что ему назначили в это же время лекцию для аспирантов, и он в комнате напротив, в аудитории напротив, ведет свои занятия, приносит свои глубокие извинения, но уж что делать, придется смириться с этим. Вот в таком составе, и сейчас туда подключатся еще какие-то товарищи, мы начинаем заслушивать доклад Ковалева Ивана Александровича. Он будет рассказывать материалы своей диссертации, представляемой на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук под руководством доктора физико-математических наук профессора Зейфмана Александра Израилевича. Так как да, мы видим, приятно видеть вас, Александр Израилевич. Поскольку это не в формате защиты, а в формате рассказа о том, что все-таки сделано, как сделано, какие результаты, какие надежды на будущее и прочее,
то, разумеется, ограничение по времени, хотя небольшое есть, но не жесткое, как на защите, ну, скажем так, минут 45 чистого времени, а с вопросами час с небольшим, где-то час 20 или даже того, ну, как там получится. Поэтому, если дополнительных замечаний или возражений нет, то я попрошу Ивана Александровича начать свой доклад. А уж Александра Израилевича я попрошу прокомментировать впоследствии, чтобы с какой-то готовностью мы слышали и понимали, о чем его руководитель Ивана будет говорить. Спасибо, Иван, начинайте. Да, здравствуйте. Сейчас я продемонстрирую экран. Юлия Васильевна, у вас звук выключен. Ой, спасибо, Александр Израилевич. У меня вопрос к Леониду Антоновичу. Глубоко уважаемый председательствующий, как будем перебивать докладчика вопросами? Или сначала дадим Ивану доложить, и после этого будем спрашивать? Я думаю, мы этот вопрос переадресуем к профессору Зейфману. Если он позволит вопросы задавать по ходу дела, конечно, это бы облегчило понимание. Если он уверен в твердости выступления и знаний своего ученика, он, наверное, нам позволит. Думаю, что Иван не будет возражать. Наверное, можно вопросы задавать сразу. Согласен, Иван? Иван, не возражаете? Да, да, не возражаю. Значит, дело затянет, к сожалению, по опыту мы знаем, но зато более качественно проработаем результаты. Спасибо. Так. А, видно презентацию? Видно, видно. Мне видно. Удаленно тоже, надеюсь, видно. Все видно, можно начинать. Значит, добрый день, уважаемые участники семинара. Представляю доклад по результатам диссертации на тему получения оценок и построения предельных характеристик для некоторых систем массового обслуживания с особенностями. Диссертация выполнена под руководством доктора физико-математических наук профессора Зейфмана Александра Израилевича. Модели и методы массового обслуживания играют важную роль в исследовании телекоммуникационных систем, экономических и производственных процессов. Система массового обслуживания описывается неоднородными марковскими процессами. Исследование стационарных марковских цепей состоит в получении оценок скорости сходимости, устойчивости и погрешности аппроксимации для различных классов моделей, а также применение полученных оценок для построения основных профильных характеристик. Исследование сводится к изучению прямой системы Колмогорова-1. В ходе исследования система подвергается ряду преобразований таким образом, чтобы соответствующая ей матрица стала существенно неотрицательной. Метод логарифмической нормы позволял получить явную и по возможности точную оценку скорости сходимости. Целью работы является получение явных, по возможности точных оценок скорости сходимости и устойчивости, построение предельных характеристик для новых систем массового обслуживания с особенностями. Что касается методов, которые используются, то для получения оценок применяется метод, базирующийся на оценках основных, основанных на применении логарифмической нормы линейно-операторных функций и специальных преобразованиях редуцированной матрицы интенсивности марковской цепи. А для вычисления предельных характеристик используется метод Адамса-Мултона четвертого порядка. Для достижения поставленной цели решены следующие задачи, а именно получены оценки скорости сходимости и устойчивости для систем массового обслуживания типа ММ-1 с отказами, катастрофами, сбоями, ремонтами сервера, с одним сервером, специальным групповым поступлением требований и специальной политикой пропуска очереди, ну далее для простых будет называться, упоминаться как модель Марина. Соответственно, модель Марина с катастрофами, с групповым поступлением, групповым обслуживанием требований с управлением, зависящим от состояния, с нетерпеливыми клиентами и с эластичным трафиком. Также для модели Марина получены оценки мощности сервера, мощности потока, при которой среднее число требований в системе не превышает заданного числа. Получены границы интенсивности обслуживания, интенсивности поступления требований, чтобы среднее оставалось в заданных границах. Для каждой из моделей с помощью
разработанных алгоритмов и программ с применением численных методов построены предельные характеристики соответствующих процессов. Отсюда вытекает положение, выносимое на защиту, а именно изучение новых систем массового обслуживания марковского типа, получение оценок скорости, исходимости и устойчивости с помощью метода логарифмической нормы, применение полученных результатов для оценки некоторых параметров системы и построение предельных характеристик для каждой из изученных систем массового обслуживания. Научная новизна заключается в том, что для процессов, описывающих число требований в системе, в системах, перечисленных на слайде, получены новые оценки скорости исходимости к предельному режиму, предельному среднему, оценки устойчивости, и на основе этих оценок построены основные предельные характеристики. А также для моделей Марина получены оценки мощности сервера, мощности потока, при которой среднее число требований в системе не превышает заданного числа, и границы интенсивности обслуживания, интенсивности поступления требований, чтобы среднее оставалось в заданных границах. Личный вклад автора состоит в получении оценок и построении предельных характеристик. Теоретическая значимость полученных результатов состоит в том, что метод... Иван, прости, пожалуйста, здесь был отключен звук. Я хочу вернуться на пару слайдов назад, там, где были получены новые оценки для всех. Вот эти новые оценки, в каком соотношении находятся со старыми? Этот анализ проведен в тексте диссертации. Они улучшены, они локально улучшены. Новые, просто новые, или они чем-то замечательны по сравнению со старыми? Прости, что перебиваю. Но получены новые оценки, в смысле, что модели в случае нестационарных интенсивностей исследуются впервые. А как они соотносятся в случае, скажем, если стационарные, они совпадают, они лучше, они хуже? Этого не исследовалось, да? Нет. Спасибо. Можно дальше. Спасибо. Теоретическая значимость полученных результатов состоит в том, что метод, основанный на использовании логарифмической нормы, применен к новым моделям. Описанные подходы могут быть полезны в моделировании потоков информации, связанных с высокопроизводительными вычислениями, создании стохастических моделей телекоммуникационных систем, популяционных моделей в биологии и других отраслях. В первой главе приводится вспомогательный математический аппарат, необходимый для дальнейшего исследования, вводится определение основных понятий, а также методы, важные для дальнейшего исследования. Но на слайде вводится понятие марковской цепи и матрицы интенсивности переходов для нее и вывод уравнения перехода в прямой системе Колмогорова-4. В процессе исследования система подвергается ряду преобразований. Первое – это исключение нулевого состояния, с помощью которого можно перейти к системе 6. Далее – это умножение на верхнетреугольную матрицу, то есть матрицу специального вида, у которой под диагональю нули, а на диагонали и выше – единицы, и умножение на диагональную матрицу D. А в случае, если все элементы нулевой строки положительны, то можно перейти к системе 11, используя преобразование вот 12, то есть путем вычитания из каждого элемента нулевой строки нижней грани этих элементов. Иван, перебью вас. Можно ли вернуться на 14-й, что ли, слайд? Сейчас смотрю. Ага, вот на 14-м систему уравнений Колмогорова номер 5, а на 13-м тоже систему уравнений Колмогорова, уравнение номер 4, это одно и то же, что ли? Да, это одно и то же уравнение, просто я вывел, чтобы для удобства. А смотрите, у вас есть зависимость от t в правой части в 5-м уравнении, а в 4-м нет, это существенно или просто для краткости вы не везде приводите? Это я скорее... по невнимательности пропустил, то есть везде зависимость от Т. Ну вот мне кажется, не надо нумеровать другим номером уравнения, если вы его повторяете, вы просто используете уже тот номер, который ввели, просто скопируете, потому что дальше, по-моему, там на 16-м слайде оно уже 10-й у вас номер имеет, правильно я поняла?
Вот уравнение 10, мы сейчас были на слайде на 16-м. Да, и да, это да, тоже это, оно, да? Это тоже оно, просто я вывел, чтобы понимать, ну, представление было. А вот еще на предыдущем слайде и еще, наверное, на 14-м. Ага, вот последняя строчка про функцию f от t, про вектор f от t, да, у нас от t зависимость у каждого элемента, у каждой компоненты? Да, конечно. Ага, ну вот это тоже это опечатка тоже такая, да? Да. Мелочь. Все, спасибо, все, услышала ответы. Так. Во второй главе рассматривается система массового обслуживания типа MM1 с отказами, катастрофами, сбоями, ремонтами сервера. Транспонированная матрица интенсивности представлена на слайде. Соответственно, интенсивности поступления требований – это лямбда, обслуживание требований – это мю, катастрофы – это гамма-иты, восстановление вышедшего из строя сервера – это это. При поступлении требования, если впереди него есть k или более больше требований, то оно присоединяется к очереди с вероятностью бета и может отказаться с вероятностью единицы минус бета. А r от t – вероятность того, что сервер находится в момент времени t на ремонте, и, соответственно, начальный момент – это вероятность равна нулю. Иван, тоже для... спрошу сразу про гамму. Вижу гамму обозначение здесь для катастроф. И так, на предыдущем слайде тоже была гамма другая, да, гамма со звездой? Ну, это со звездой было уже обозначено. Угу. Хорошо. И R, это тоже обычно емкость буфера, а здесь она у вас вероятность, R от T, да? Да, да, да. Так, все, спасибо, вижу. Для получения оценки скорости исходимости положим гамма со звездой равна нижней грани по всем гамма n. Тогда, если вычесть из элементов первой строки это значение, то можно перейти к системе 13 и решение, которое может описать в виде уравнения 15. Также отметим, что полученная матрица А со звездочкой существенно неотрицательна. Тогда в этих условиях будет справедлива теорема 1. Пусть интенсивности катастроф существенны, то есть выполняется 16, тогда процесс x от t слабоэргодичен и имеет место оценка скорости исходимости 17 для двух начальных условий. Далее рассмотрим оценки во взвешенных нормах. Для этого возьмем небывающую последовательность, диагональную матрицу D с элементами этой последовательности и пространство последовательности L1D с соответствующей нормой. Отметим, что норма матрицы А со звездочкой в этом пространстве ограничена, а логарифмическая норма ее будет равна минус гамма с двумя звездочками. Тогда справедливо теорема 2 имеет место оценка скорости исходимости 20. Кроме того, если рассмотреть пространство последовательностей L1E с нормой, вычисляемой по формуле 21, то будет верно следствие 1 для среднего. Получается. Иван, можно вопрос? Простите, да? Внимание. Когда вы эти оценки выписываете, я начал понимать, что мой вопрос был несколько несерьезным, потому что сходимость... По времени сходимость асимптотическая, можно уточнить, что у вас здесь разные сходимости, одинаковые сходимости, более точно, что за характеристики? Или это потом вы расскажете? Так, я не понял. Ну, получается, имеется в виду... Хорошо, позже расскажете, хорошо? Пойдем дальше. Для получения явных оценок возьмем последовательность DIT, как задано на слайде. Тогда получим оценки 23 для вектора распределения и 24 для среднего. Далее рассмотрим
Возмущенный процесс длинной очереди x от t с чертой, соответствующей транспортированной матрице интенсивности от t с чертой, где матрица возмущения в некотором смысле мала, а именно предполагаем, что возмущенная очередь имеет ту же природу, что исходная. Следовательно, матрица возмущенной интенсивности имеет ту же структуру. Предполагаем выполнение равенств 25, откуда можно получить 26 и 27. Тогда в условиях теоремы 1 об эргодичности можем сформулировать теорему 3 об устойчивости, и будет справедливая оценка 29 устойчивости. А в условиях теоремы 2 об эргодичности получатся вот такие оценки устойчивости. Так. Далее рассмотрим численный пример интенсивности перехода. Иван, да. Можно ли вернуться вот на предыдущий слайд? Скажите, пожалуйста, вот каким способом вы получали вот соотношение 31-32, например, формуле, которая после знака неравенства? Здесь вот прям получились такие целые, ну, натуральные даже числа, 4, 12. Как вот они получились? Так, ну, соответственно, эти оценки из оценок нормы матрицы Кши. То есть, ну, вывод я на слайд не представил, да. Вывел только конечный результат. И был как бы... как ссылаясь на предыдущую доказанную теорему. Чьи? Вот. Так, ну можно чуть-чуть вмешаться? Конечно, конечно. 4 и 12 – это просто округление. Там получаются какие-то числа. Да, понятно. Вот. А выбрали целое, которое больше. Угу. А предыдущие там частично получены до Вани, частично Ваней самим. До него это вы и ваши ученики, я понимаю. Ну да, да, потому что Ваня продолжал исследование. Спасибо. Спасибо. Так. Далее рассмотрим численный пример интенсивности перехода заданной, как указано на слайде. Когда оценки скорости сходимости будут вот иметь такой вид, а оценки устойчивости такой вид. А для построения вероятностных характеристик выбираем размерность учащенного процесса, в нашем случае 200 интервал, на котором достигается желаемая точность от 0 до 19, и сам предельный интервал 19-20. Строим графики ожидаемого количества требований в системе и некоторых наиболее вероятных состояний. На этом графике представлена вероятность пустой очереди на отрезке от 0 до 19. Предельная вероятность пустой очереди на отрезке от 19-20. Это график среднего и предельная вероятность среднего. И также вот эта предельная вероятность, это полоса устойчивости для вероятности пустой очереди и полоса устойчивости для среднего. В третьей главе рассматривается модель с одним сервером, специальными групповыми поступлениями требований и специальной критикой пропуска очереди. А матрица интенсивности переходов представлена на слайде. Требования поступают с интенсивностью лямбда и обслуживаются с интенсивностью мю. Размер поступающей партии становится известен по ее прибытии и является случайной величиной с заданным распределением вероятности Bn, имеющей конечное среднее значение. Для получения оценки... Ага, вот можно ли на предыдущий слайд, Иван, да. Еще по обозначениям? Так, да. Итак, мы видим длина группы B с крышечкой, это поступающая группа. Есть еще B с волной, это что такое? Соответственно, так, новый пакет обозначен B с крышечкой, а B с волной – это пакет,
который на данный момент обслуживается в системе. Правильно ли понимаю, что B с крышечкой пакет состоит из требований? И число требований вот задано распределение B маленькое NT. Ну, B с крышечкой, ну, это размеры этих пакетов. Размер пакета, а в чем они, в чем он? В требованиях? Ну, в количестве. А вот те требования, которые уже в системе в очереди находятся, они тоже поступали пакетами, но теперь они там стоят по одному в очереди. Потому что ординарное обслуживание, правильно понимаю? Требования поступают пакетами, а обслуживаются по одному. Ага. Ординарные обслуживания, поступление групповое. Все, спасибо, поняла. Для получения цены скорости исходимости путем исключения нулевого состояния перейдем к системе 39, соответствующей матрице БТ, которая имеет вид как на слайде. Далее перейдем к линейной системе 40 и умножить ее на верхнетреугольную матрицу Т, перейдем к системе 41. Далее рассмотрим неубывающую последовательность деитую и диагональную матрицу D с элементами этой последовательности. И перейдем к системе 42. И вычислив логарифмическую норму матрицы B за звездочкой, тогда получим оценку 43. Для получения явных оценок рассмотрим некоторое положительное дельта меньше единицы и последовательность D и то, как задано на слайде. Тогда справедливо неравенство 44. В работе показано, что наличие предельного режима X и T в рассматриваемой очереди зависит от формы распределения пакета BN. В частности, когда хвост распределения геометрический, то есть существует... Иван, можем вернуться вот на предыдущий слайд? Да. Можете как-то пояснить... Как, почему вот именно так, такой вид функции для dk плюс 1 был выбран? То есть какая-то вот убывающая, а почему именно вот в степени она убывает, а не какую-то другую там вы выбрали? По каким соображениям? А если я там возьму не степенную вот убывающую, а другой вид функции? Получится ли получить? Сделать, вот найти оценку скорости сходимости. Ну, я основываюсь... То есть насколько вот метод, применяемый вот ход решения, изменится? Может быть, мы только доходим до ответа, если только такой вид последовательности, если какой-то другой будет, мы не сможем найти. Как-то вот чуть-чуть пояснить про вот эту дельта минус ката степень. Ну, как сказать. Тут выбрана такая последовательность, скорее ссылаясь на предыдущий опыт, ну, как подбирается. Дальше, да, цель какая, чтобы можно было оценить вот эти альфа-каты, чтобы было удобно получить. Получилось, ну, скажем так, хорошее выражение. И плюс еще вот именно с тем, что степена, что у нас вот элементы матрицы B с двумя звездочками, они будут там иметь вид там DI, там деленное на DGT, то есть тоже чтобы удобно было, ну, считать, скажем так. Спасибо. В частности, когда хвост распределения геометрический, то есть существует Q от 0 до 1 и C больше 0, такие, что BKT не превосходят C на Q в степени K, то вот справедливая теорема 5 и оценка, ну вот здесь она без номера на слайде поставлена.
Также из этой теоремы можно сформулировать два следствия. В первом получена оценка для вектора распределения и среднего, а во втором получена в случае постоянных интенсивностей. Рассмотрим возмущенный процесс интенсивности поступления, который отличается не более чем на эпсилон с индексом лямбда, интенсивности обслуживания не более чем на эпсилон с индексом мю, тогда выполняется приведенное на слайде неравенство и верна следующая теорема. То есть имеет место оценка 50 для вектора распределения и 51 для среднего. Вот оценка 51 может быть полезна для решения следующей задачи. Считая, что известно среднее число требований в системе с границами и интенсивность поступления требований, лямбда, получить границы для интенсивности обслуживания требований, мю. Тогда из теоремы об устойчивости можно как раз таки получить утверждение о границах интенсивности обслуживания. Также рассмотрим еще одну задачу. Будем считать, что интенсивность обслуживания задается выражением μ от t равное μ на g от t, где μ назовем мощностью сервера, а g от t это некая интенсивность. И задача определить мощность сервера, которая гарантирует, что в долгосрочной перспективе среднее число требований в системе не будет превышать n со звездочкой. Иван, тоже перебью сразу. Да. По единицам измерения. В чем измеряется мю, в чем измеряется g от t и вот интенсивность чего? Ну, получается, мю от t – это же интенсивность поступления. То есть требования. В требованиях в единицу времени? Да. Ага. Просто мю в чем измеряется? Константа мю. Да. Просто число. Это коэффициент просто безразмерный, да? Да, да, да. И g от t, вот соответственно? Соответственно, тоже число требований в единицу времени. Ага. И тогда какой будет иметь смысл вот это мю, да, этот вот параметр управления мощностью, что ли, да? Да. Угу. Так, ну, То есть что надо сделать, уменьшить или увеличить мощность сервера, чтобы вот среднее, ну, точнее, насколько можем уменьшить и насколько можем мы уменьшить или увеличить, чтобы вот среднее оставалось. Угу. А ну, мы за счет чего можем увеличить мощность сервера? Это вот если к практике, к приложениям, вот как-нибудь, есть ли какое-нибудь приложение, которое проиллюстрировало бы вот такую постановку задачи? Ну там, не знаю, операторов Сбербанка посадить в окошечки, которые будут более производительно работать, что ли, да? Потому что число серверов-то у нас одно и то же, да? А что это будет? Вот если какое-то приложение сразу проиллюстрируете, хорошо. Если нет, то тогда оставим. Угу. Но сразу нет, не проиллюстрируем. На слайде вот представлен вывод ограничения для среднего сверху через 1D норму вектора Z. С другой же стороны выполняется неравенство 57. Тогда вот можно сформулировать теорему 7. И вот для того, чтобы среднее оставалось заданных, не превышало заданного числа требований, то вот мю должно выполняться неравенство 58. Рассмотрим численный пример вот интенсивности. Имеют вид, как показано на слайде, ну и, соответственно, полученные оценки скорости сходимости и устойчивости имеют такой вид. Из оценки 59 получаем, что при t равном 80 правая часть
не превышает 10 минус 3, то есть начиная с t больше 80, система как бы забывает свое начальное состояние, и распределение вероятности x от t для t больше 80 можно рассматривать как предельное распределение. График пустой очереди, вероятность пустой очереди на промежутке от 0 до 80 и предельная вероятность пустой очереди. Четвертая глава посвящена изучению модели Марина в случае наличия катастроф. Под катастрофой понимаю одномоментную потерю всех требований. В диссертации рассмотрено два случая получения оценок скорости сходимости. Первый включает в себя получение оценок в случае, когда интенсивности убывают со степенной скоростью, а второй случай, когда убывают экспоненциально. Я прошу прощения, Иван, еще раз перебью. Катастрофа, мы сбрасываем требования только из очереди или с прибора тоже? Все вообще. Из прибора, да, все системы, пустая система. Угу, спасибо. Да. Угу. Так. Рассмотрим случай, когда интенсивность убывается степенной скоростью. Перепишем прямую систему Калмогора в виде вот 64. И перейдем к взвешенным нормам, используя диагональную матрицу D. Тогда матрица А с волной вот будет иметь такой вид, как на слайде, а суммы по столбцам, взятые с противоположным знаком, будут больше, чем бета, где бета вот определяется как на слайде. И для получения оценки возьмем последовательность декатую, как показано на слайде, тогда справедлива теорема 9 и вот оценки 66-67. В пятой главе рассмотрим. Ага, я прошу прощения, Иван, тогда все-таки по четвертой главе. А чем будет отличаться катастрофа от политики пропуска очереди, которую мы смотрели? Мы же там тоже сбрасывали все требования, брали новую группу заявок и первую заявку из группы ставили на прибор. И фактически катастрофа то же самое делает, да, только безусловно. Там было при условии, если длина группы, а здесь безусловно. Правильно понимаю постановку? Да. Угу. И там появляются особенности, формулы по-другому, да, там оценки другие появляются. Да, оценки будут отличаться. Но, то есть гамма-вероятность катастроф, она аналог того, что у нас наша B с крышечкой была больше, чем число требований, которые были в системе B с волной. Это вот прямая аналогия? Или вы так не смотрели вы на эти системы? Так, нет, не смотрел. Угу. Все, вот спасибо, поняла. Угу. В пятой главе рассмотрены три системы массового обслуживания, связанные с процессами рождения и гибели. Первая – это система массового обслуживания с групповым поступлением, групповым обслуживанием, требований с управлением, зависящим от состояния. Матрица интенсивностей КОТ имеет специфический вид, и в работе показано, что по крайней мере вот для одного частного случая этой системы можно получить оценки скорости исходимости и устойчивости. Транспонированная матрица интенсивности имеет вид, как показано на слайде. А вот Иван опять перебью. А вот специфический вид, у него какое-то объяснение есть, почему именно такой мы смотрим? Там, потому что там над диагональю там нули шли. Ага, вот почему, что, с чем связана такая специфическая структура? Опять же, с приложениями с какими-то? Или это мы рассматриваем такой вид для того, чтобы красивые оценки потом получить? Ну, мы запоминаем вопросы, да, потому что если на защите они будут, надо быть готовым на них отвечать. Угу. Все, спасибо, продолжайте. Угу. Замечание.
Запоминать не обязательно срочно записывать. Запись ведется, поэтому ее можно будет прослушивать впоследствии. Все, спасибо. Путем исключения нулевого состояния перейдем к системе 70. Далее перейдем к матрице с двумя звездочками, применив стандартное преобразование, сначала умножив на верхнетреугольную матрицу, а затем на диагональную матрицу. Тогда суммы по столбцам, взятые с противоположным знаком, будут равны, как показано в формулах 72. Вот, при последовательности dn равна сигма в степени минус 1. И справедлива теорема 11. А оценка устойчивости для этой системы будет иметь вот такой вид. Во втором параграфе рассмотрена модель массообслуживания с серверами интенсивности поступления требований, в которой уменьшается при увеличении длины очереди. Заявки поступают в систему с интенсивностями фи, т на лямбда, где фи и т монотонно убывают, а обслуживаются с интенсивностью мю ката. Но преобразование для этой модели аналогично, как для предыдущей, поэтому я сразу выписал здесь альфа каты. И вот при такой последовательности... Иван, я вот снова все про эти дельта. И про ДК. Здесь вот другой вид зависимости на предыдущем слайде. Почему здесь такое? То есть вы когда вот решали, исследовали, вы разные виды последовательности как бы строили и какую-то более подходящую выбирали? Или у вас есть на базе каких-то предыдущих вот исследований там руководителя классы систем, для которых там для одного класса лучше так-то построить последовательно, для другого так-то. То есть как вот вы понимаете, какую последовательность строить? Ну, это, да, с учетом предыдущих... Простите, пожалуйста. Ирина Андреевна, правильно я понимаю, что ваш вопрос можно несколько огрубленно сформулировать как просьбу. Каждый раз, когда вы такие ограничения вводите... Какую-либо мотивацию неплохо бы сказать. С целью того-то, того-то, того-то рассмотрим то-то, то-то, то-то. В результате мы получим что-то замечательное. Я правильно понимаю, Ирина Андреевна? Да, и это как бы вот относится ко многим другим, не только к последовательности, вообще вот к схеме, да, исследования. Потому что, конечно же, это вы вот получили уже результат, да, подобрали удачным образом последовательность, оценки вот нашли. Но, наверное, это не сходу получилось, может быть, не для всех систем сразу получилось. То есть вот ваш труд по тому, как вы это все вот находили, анализировали, его не видно. Тоже, наверное, мне кажется, подчеркнет ну, сложность задачи, если вы как-то вот поясните подетальнее. На будущее. Да. Для этой модели будет такая оценка. Дальше. В третий параграфе исследуется система массового обслуживания, которая используется для моделирования сценария скачивания файла в пределах одного сегмента сети. А матрица интенсивности имеет вот такой вид. Значит, выполнив стандартное преобразование, суммы по столбцам в общем виде будут выглядеть как в формулах 81. И далее рассмотрим два случая. Первый – это когда получим оценки скорости исходимости для больших интенсивностей обслуживания. А в этом случае будут иметь место вот оценки 82-83. Я прошу прощения, Иван, опять перебью вас. На обозначение системы с эластичным трафиком, это 62-й, наверное,
Вот там какие единицы измерения? Б маленькое, требование к ресурсу. Это вот что такое? Дискретное, да, дискретный ресурс. С большое, это общий объем ресурса в системе, в тех же единицах, да? Так, это скорость обслуживания пропускная способность сети. То есть в битах в секунду, например, С. Да, да. Угу. Тогда требование минимальное к ресурсу Б, бит в секунду, от каждой заявки. Ну, буду здесь слово «заявка» говорить, хотя раньше вы использовали слово «требование», да? Длина угу. передаваемого блока данных. Блок данных здесь – это что такое? Это вот то самое требование? И в чем он измеряется? В чем оно измеряется? Это получается в битах, если это в битах. Тета в битах, да? Тета в битах. Это случайная величина, да? Да. Случайная. И есть минимальное требование в битах в секунду к ресурсу, и тогда мы получаем длительность обслуживания, верно? В зависимости от выделяемого ресурса. Ну вот эластичный трафик, да, вот какие-то комментарии, да? А, ну ладно, я сейчас буду смотреть, следить дальше. Запоминающее устройство с конечной емкостью R. Это что значит? Это места в очереди? И в чем да. они? В битах или в требованиях? R в чем у нас? Ну, в блоках данных. R блоков данных или R бит может в системе храниться? Тоже остался вопрос. Посмотрите, чтобы аккуратно было, да, в тексте диссертации. Все, движемся дальше на 64-й слайд. Для больших интенсивностей обслуживания будут иметь место оценки 82-83. А для больших интенсивностей поступления вот оценки 84-85. И оценка устойчивости будет иметь вот такой вид. В заключении сформулированы основные результаты, полученные в ходе диссертационного исследования для ряда новых моделей массового обслуживания. В приложении содержится краткое описание программы, которая выполняет построение основных характеристик марковского процесса. В ходе решения поставленных в диссертационной работе задач получены оценки скорости, сходимости и устойчивости для перечисленных на слайде систем массового обслуживания. Для модели Марина получены оценки мощности сервера и мощности потока, при которой среднее число требований в системе не превышает заданного числа, и границы интенсивности обслуживания и границы интенсивности поступления требований, чтобы среднее оставалось в заданных границах. А для каждой из моделей с помощью разработанных алгоритмов и программ с применением численных методов построены предельные характеристики соответствующих процессов. Апробация результатов проводилась на семинарах кафедры прикладной математики и на ряде конференций, перечисленных на слайде. И также результаты исследования опубликованы в ряде изданий, перечисленных на слайдах. Благодарю за внимание. Иван, по моему мнению, доклад очень интересный, хотя не лишен некоторых широковатостей, но мы для этого и слушали, чтобы заметить их и убрать. А то, что тематика необыкновенно актуальна, видно из того, что число вопросов у заинтересованных лиц очень большое, значит, это трогает многих людей за душу. Это такие первые впечатления меня, как не погруженного в тематику систем массового обслуживания, а как человека, занимающегося математическими моделями тех или иных отвлеченных систем.
Теперь я бы хотел попросить вопросы и замечания и на выбор Александру Израилевичу либо вначале прокомментировать, либо потом в конце, включая все последующие вопросы и замечания. Александр Израилевич, как вам удобнее, как вы считаете? Давайте, если можно, я очень коротко вначале прокомментирую, а потом, если надо, будет еще раз. Хорошо, спасибо. Хорошо. Значит, во-первых, вот, Ваня, можно на самый первый слайд? Где название работы? Вот, значит, тут, наверное, обратили все внимание про слово «особенности». Система массового обслуживания с особенностями. Вот связано это с тем, что уже несколько работ защищалось у вас в совете. Вот, и там везде исследовались похожие задачи для разных классов систем массового обслуживания. Вот у Вани эти модели были немножко другие. Вот можно обратить внимание на статьи основные, которые там идут в конце. Вот, скажем, модель MM1 там, со всякими наворотами, она была построена нашим соавтором из Египта, шерифом Амаром. Соответственно, первоначально была какая-то у него статья, потом мы вместе уже на его модель навалились, и Ваня принял активное участие очень. Там особенности именно математические возникли. И, соответственно, особенности исследования. Потом следующая модель Марина, вот которая с пропуском очереди. Вот она. Соответственно, там получилась тоже хорошая статья, и модель интересная. Тоже она необычная. Вот, на нее обратил внимание Ростислав Разумчик, вот на эту модель. Вот, а потом дальше мы к этой модели еще добавили возможные катастрофы, то есть потери всех требований. В этом случае, это уже мы сами потом делали, там получается другая картинка, другие оценки, в общем, интересная получается. Потом следующая вот модель, тут несколько еще было, вот с эластичным трафиком. Как раз Ирина Андреевна эту модель хорошо знает, поскольку у нас была совместная статья, правильно, Ирина Андреевна? Да, вот, так как есть. Раз по этой модели, конечно, Ване надо там с терминологией еще посмотреть, что там, что обозначает. Вот, теперь по поводу новизны. Вот был вопрос по поводу того, что это означает новизна и что будет... Ну, насколько это новое, Ваня ответил правильно, что нестационарные модели, то есть интенсивности зависят от времени. А по поводу того, как сравнить с моделями, где интенсивности не зависят от времени, ну, дело в том, что такие задачи, как правило, для стационарных моделей тоже не решались. Там решались качественные вопросы, то есть эргодичность, ну, замечательно. Находим стационарное решение, вот оно такое-то. А оценка скорости сходимости, которая на самом деле важна, потому что это скорость сходимости к этому вот предельному режиму. Она позволяет оценить, насколько надежно заменить режим в данный момент t на этот предельный. Вот таких оценок очень мало, поэтому в основном новые, они совсем новые, то есть их не с чем сравнивать. Вот, ну вот, собственно, все, наверное. А, еще Ваня публикации привел, а есть еще программа для ЭВМ зарегистрированная, про которую, к сожалению, не упомянули, она есть тоже. Вот, ну вот, собственно, все, наверное, что я хотел сейчас сказать. Ну и большое спасибо за возможность выступить на таком семинаре замечательном. Всего спасибо. Какие вопросы к докладчику и его руководителю для прояснения всех непонятных вещей? Пожалуйста.
Юлия Васильевна. Спасибо, Леонид Антонович. Ну, Александр Александрович, спасибо, что прокомментировали доклад ученика, потому что первый вопрос у меня был, конечно, что понимаете под особенностями. Вижу теперь, что понимаете, но тем не менее вопрос остался. Они порождены какими-то специфическими приложениями к жизни. Можем ли мы проиллюстрировать? Это, конечно, было бы очень полезно, потому что и то, о чем Ирина Андреевна говорила, почему именно такой вид функций для генерации последовательности, и там распределение длин групп заявок, там тоже где-то на 47-м слайде, вот я пометила, а почему именно такого вида, чтобы красивая формула компактная получилась, или чем-то другим объясняется, реальными приложениями. Вот это, конечно, работу бы украсило. Следующее. Вот сейчас сказали вы, что со стационарным режимом не сравниваем, да и как бы не получится сравнить. А как тогда проверить? Вот с чем мы можем сравнить? Ну, можем ли мы проверить эти оценки, которые получил Иван, на каких-то известных, более простых, там, без особенностях системах нестационарных? Вот здесь такой вопрос. Ну, к Ивану, наверное, в первую очередь, а потом будем решать. Вот с чем можно сравнить эти оценки для проверки? Какие-то частные случаи этих оценок, например, или наоборот, какую-то простую систему мы возьмем и... Ну, вот прокомментируйте, пожалуйста. Нет, комментарий такой дополнительный. По регламенту достоверность определяется именно сравнением либо с другими теоретическими результатами, являющимися частными случаями этого, либо с чем-то реалистичным в направлении мат-моделирования. Ведь, насколько я понимаю, защита предлагается по специальности математическое моделирование. Александр Израилевич, я правильно понимаю? Да, все правильно. Да, обязательно на первом слайде нужно написать специальность такая-то, такая-то, чтобы всех слушателей сориентировать. Теперь, Иван, отвечай, пожалуйста, на вопросы Юлии Васильевны. Достоверность. Потом, Александр Израилевич, объяснит тебе, что надо делать. Нет, ну тут у Вани про достоверность написано где-то, но он просто, видимо, растерялся. Да, я и говорю, чтобы это на презентации, во время выступления при защите, чтобы это не вызывало затруднений. Да, вот. А по поводу, конечно, для сравнения тут с тем, что для более простых моделей получаются известные результаты. Ну, это хороший ответ. Вот. Это естественно. Так, и что я еще прозевал, Юлия Васильевна, из вопроса? Ну, вот это в диссертации есть проверка достоверности? Да. Что для частного случая у нас совпали оценки, например, да? Вот это вот важно, мне кажется, чтобы было. Да, конечно. Ага. И не увидела списка великих здесь, но смотрела автореферат Ивана. И вопрос, если уж мы перешли к формальностям по защите, спасибо, Леонид Антонович, что на это внимание обращаете, потому что, конечно, и на положение надо посмотреть. Про новизну вы замечание уже сделали. Вопрос такой, про список великих. Кто планируется на оппонирование диссертации, и нужно проследить, чтобы их работы обязательно содержались в списке источников диссертации, чтобы ссылки были на работы. Иначе мы не увидим, что эти специалисты действительно являются экспертами по работе, те, кто будет оппонировать диссертацию. Это замечание скорее. Конечно. Ну, тут, наверное, Ване не ответить, Юлия Васильевна, а я могу ответить только по предыдущей защите. Мы в этот раз не подбирали оппонентов, поскольку в прошлый раз поняли, что мы их подбираем неправильно. Нам их всех изменили. Вот, поскольку они были не по той специальности. В этот раз мы этот шаг пока не предпринимали. Будет указание, предпримем. Спасибо. Юлия Васильевна, если вы удовлетворены, я попрошу Ирину Андреевну выступить.
Я еще один вопрос задам. Да, увидела там Митрофанова фамилию, да, из Саратова, земляк мой, да, а мы с Юрием Ивановичем Митрофановым работали, но он в возрасте, и он в другой области работал, он завкафедрой системного управления, и вот что-то там с автоматическим управлением связано в Саратовском госуниверситете. А это сын его или нет, не знаете? Да. Сын, да? Ага. Извините, а как это вас зовут? Митрофанов? Юрий Иванович, старший. Да, это его сын, да. Он в Штатах живет. Ага, все, поняла. Спасибо, все. Ирине Андреевне передаю слово, Леонид Антонович. Спасибо. Ирина Андреевна, прошу вас. У меня вот вопрос в продолжение ответа вашего комментария, Александр Израилевич. Вот вы сказали, что когда анализировались... Вот сейчас на слайде мы как раз видим, да, вот эти шесть моделей, а там возникали сложности и какие-то новые подходы с точки зрения математической именно вот расчетов. А как бы какие сложности? Как-то это охарактеризовано в работе, диссертации? И можно ли как-то сформулировать? То есть раньше, ну, Иван, и к вам, да, вопрос, конечно, в первую очередь. Раньше там в таких-то моделях так-то там мы строили последовательность, не знаю, оценки делали, да, то-то у нас получалось. А здесь вот так не получилось, поэтому мы предложили по-другому строить последовательность или что-то еще. Вот как-то вот эти сложности прокомментируйте, пожалуйста. Или я неправильно поняла, просто вот мне Юлия Васильевна прислала, не знаю, выложена была или не выложена, вот проект вашей диссертации, и как раз вот в первой главе, в самом начале, здесь есть теоремы приведены, они как бы, я так понимаю, известны из уже имеющихся работ по как раз оценке скорости сходимости теоремы и по устойчивости, по оценке устойчивости. Ну, у вас же, наверное, не так, как бы подставляя значения, которые соответствуют вот этим шести группам моделей, которые, да, сейчас на слайде мы видим, мы получаем ответ строго по теореме. То есть вы напрямую эти теоремы применяли или как-то модифицировали их все-таки, результаты этих теорем? Ну, как сказать, но результаты теорем... Как бы прямая подстановка, но я так поняла, нет, не прямая. Что-то же вы там, модификация какая-то была математическая. Ну вот, давайте я отвечу, если можно, чтобы было... Спасибо. Да, более наглядно. Ну вот... Простейшая аналогия – это теорема про функции Ляпунова, про которые все знают. Соответственно, невозможно их прямо применять, потому что в них не написано, как эти функции строить. Поэтому вот те теоремы, которые использовал Иван, они в таком же духе. То есть если существует последовательность, нужно то там, то-то, то-то. Но вот существование этой последовательности, которую он там строил, вот вы как раз, Ирина Андреевна, спрашивали про вид, вот, оно как раз совершенно не очевидно, и эти последовательности надо из каких-то эвристических соображений подбирать каждый раз. Есть они там, нету их. И вот, скажем, в модели Марина там в одном случае так получается, в другом случае по-другому. То есть выбор этих последовательностей – это достаточно сложная эвристическая задача. Какие-то общие соображения есть, и вот Ваня их использовал, но они не конкретные. Все равно тут приходится и общие соображения, и какие-то искусственные приемы сочетать. Вот. Ой, поняла. Значит, как бы основная вот соль именно в подборе этой последовательности. Ага. Может быть, тогда, ну, тоже как возможная рекомендация, добавить, не знаю, слайд или маленький раздел, там, диссертацию в первую главу относительно именно
обзора видов последовательности, которые применяются для вот системы массового обслуживания. Какие раньше применялись? Для каких классов задач? Чтобы так как-то сориентировать слушателя. Спасибо. Да, Михаил Дмитриевич, прошу. У меня вопрос такой более формальный, связанный с специальностью. Ну, прежде всего, у нас же ведь мат-моделирование, численные методы и комплексы программ. Вот не могли бы вы пояснить, какие численные методы у вас используются и какие комплексы программ разработаны? Михаил Дмитриевич, если позволите, я предварю этот вопрос некоторым углублением. Тогда он будет укладываться в тезисы, которые мы будем развивать в дальнейшем. Позволите, Михаил Дмитриевич? Я сейчас скажу некоторые вещи с точки зрения регламента, которому мы должны соответствовать в ходе деятельности нашего диссертационного совета, защищая диссертацию по специальности «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». Это необходимо. Там должно быть соответствие паспорту специальности. Чтобы аккуратно и здравомысленно соответствовать паспорту специальности, нужно иметь в виду то, что в области математического моделирования вбивается гвоздиками изначально. Для тех, кто мат-моделирование выбирает основной своей областью исследований, существованием и прочим. Мат-моделирование предполагает существование объекта или процесса, природного или рукотворного, в обязательном порядке. Он должен быть в подсознании где-то спрятан, но соискатель должен это отчетливо осознавать. На вопрос, а что вы все-таки моделируете, на этот вопрос он должен иметь сразу ответ. Сейчас отвечать не надо, я просто говорю, что должно быть у него где-то заготовлено среди ответа. И последующий, и исследуемой модели по паспорту специальности работа посвящена исследованию модели. Модель – это математическая модель. Набор уравнений, набор равенств, неравенств, тождеств чего-то еще и исследование, математическое исследование – этих моделей, одной или нескольких. В связи с этим по паспорту специальности должно быть соответствие трем пунктам. Вы, наверное, смотрели, там их в новом варианте сколько? 7-9, я сейчас не помню. Нужно, чтобы по меньшей мере трем из них ваша диссертация соответствовала, и это соответствие должно быть где-то прописано. Не обязательно в диссертации, не обязательно в автореферате, но для нас, для диссертационного совета это должно быть прописано. Один пункт, второй пункт, третий пункт. Далее. Обязательно должны быть в наличии математическое моделирование, то есть исследование модели. Где-то должно быть такое. Да. Извините, я сейчас в других очках не буду видеть, я потом посмотрю. Сейчас я просто констатирую, а не придираюсь. Значит, наличие математического моделирования, то есть исследования моделей, численных методов, то есть методов исследования этих моделей и комплексы программ. Вот в актуальности написано очень хорошо. В настоящий момент модели массового обслуживания и методы их изучения играют важную роль в исследовании. Вот слово «исследование», оно немножко не в попад поставлено, но все-таки телекоммуникационных систем, экономических и производственных процессов. Поэтому я бы сказал, когда вы говорите, докладчик Иван, о том, что мы изучаем новые системы телекоммуникационные. Эти новые системы – это новые объекты или новые модели. А у всех моделей должны существовать новых или старых моделей прототипы, то есть объекты и процессы технические или рукотворные. Это констатация, которая должна быть где-то
прозрачно выписано, либо на двух прозрачках, либо в раздаточном материале. Сейчас я скажу, почему еще. Не только для того, чтобы мы формально регламент удовлетворяли, но еще и то, что системами и моделями массового обслуживания в нашем диссертационном совете занимается только половина членов диссертационного совета. То, что вы рассказываете, для них понятно, приятно и очень знакомо, и это хорошо, очень хорошо. Такое должно быть обязательно. Но не хотелось бы, чтобы другая половина членов диссертационного совета плохо понимали рассказываемого. Поэтому вот эта структура должна быть как-то для них озвучена или прописана. Прошу прощения, а сейчас вопрос Михаила Дмитриевича. Спасибо. Я все-таки вернусь к своему тезису. Вот вы пишете про соответствие паспорту специальности. Навскидку численным методом здесь является метод Адамса Мухна четвертого порядка. И он ни разу не является методом построения предельных характеристик, хотя именно это у вас написано. Меня это смущает. Ну, с помощью этого метода решается система, а в дальнейшем строится предельная характеристика. Но метод Адамса Мултона не является методом построения предельных характеристик. Разве нет? Если можно, я еще добавлю. Вы отвечаете и правильно отвечаете. Но в тексте этого нет. И любой злобный эксперт вполне может сказать, это неаккуратно. Замечание просто. Это не значит, что сейчас нужно отругиваться. И еще один момент из того же вот самого пула вопросов. Вот все-таки... Так традиционно считается, и паспорт, в общем-то, так и был заточен, что в диссертации развивается, вряд ли создается, но все-таки развивается, какой-то численный метод. Вот метод четвертого порядка для решения задачи Каши вы, я так подозреваю, не развиваете. Они существуют давным-давно. Какая новизна? Вы усовершенствовали какие-то численные методы? Что сделано в вашей диссертации с численными методами? Ну, просто применен метод. Реализована программа, с помощью которой реализован метод Адамса Мултона для решения вот задачи Каши. Иван, правильный ответ должен был бы быть вроде того, что поскольку мы описываем новый класс систем, у нас есть новый класс моделей. В рамках этих моделей те специальные уравнения и системы уравнений не были еще исследованы методом Адамса Мултона, и вот мы их исследуем. Но все это должно быть коротко прописано в этом втором пункте 2. Я правильно понимаю, Михаил Дмитриевич? Да, есть еще вот момент. Продолжайте, да, конечно. Хочется все-таки про него сказать, понимаете? Вот ваш рассказ, он посвящен вещам, которые лично я воспринимаю как нечисленные методы, а получение оценок для решения системы линейных дифференциальных уравнений. Это по специальности, не знаю, какой у него сейчас там номер по номенклатуре, дифференциальные уравнения, это метод дифференциальных неравенств и прочие вещи. И кажется, что диссертация относится вот к этой области. А когда мы начинаем смотреть вещи, которые относятся вот к Махн-Грилю в ее стандартном понимании, мы видим только очень маленький кусочек, это вот метод четвертого порядка, и я понимаю, что мне хочется задать вам массу вопросов, которые уведут вас от вашей диссертации. Как то? А почему вы выбрали именно этот метод четвертого порядка, а не какой-нибудь другой метод для задачи Каши? А проводили ли вы сравнение? Метод 4,5 или что-нибудь еще. Да? А может быть, методы восьмого порядка лучше? А учитывая, что у вас фактически система линейных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами, причем, по-моему, целыми, если я везде правильно видел, ну, в смысле, целые функции, то я не думаю, что
какой-то численный метод из семейства там, метода Рунге-Хута и, может быть, даже и шире взять, будет для них плохо. Мне трудно поверить, что там есть какая-то проблема. Да и не о том, как мне кажется, ваша диссертация. И вот у меня возникает, я даже не знаю, как сказать, наверное, все-таки замечание. Кажется, что диссертация относится к количественному следу дифференциальных уравнений, а не к численным методам и комплексным программам для решения дифференциальных уравнений. И это впечатление должно быть развеяно в следующем варианте презентации. Ну вот я попытался изложить свое ощущение. Да, спасибо. Это добрые советы, а не приставания. Прошу прощения, еще какие есть вопросы или замечания? Они все конструктивны, обязательно. Потом, Александр Израилевич, вы, наверное, знаете, такая традиция уже появилась и в ваковских советах, и в ваковских. Идет в автореферате актуальность, а потом обязательно разработанность. Вот на презентации разработанность, то есть то, что Юлия Васильевна, по-моему, называла иконостасом, великие, на плечах которых стоит эта работа. Это тоже обязательно нужно представить, чтобы слушателям было понятно, в какой среде росла и воспитывалась данная диссертация. Спасибо, да. Еще какие вопросы? Если других вопросов и замечаний нет, Александр Израилевич, может быть, что-то скажете? И под, вот за запустение, да. Рождения. Да, конечно. Во-первых, огромное спасибо. Вот. Во-вторых, вопрос по поводу разумных дальнейших действий, потому что вот в прошлый раз у нас, как помните, представлялась диссертация Крюковой Анастасии Леонидовны, и там потом, ну, у нас были какие-то свои предполагаемые оппоненты, но они все относились к, ну, к нынешней другой специальности. Вот. И, соответственно, у Анастасии Леонидовны была договоренность, что Михаил Дмитриевич посмотрит вначале диссертацию, и дальше, соответственно, мы эти вопросы все решили. Как сейчас лучше действовать, я не знаю. Но, конечно, хотелось бы защищаться в вашем совете, где и специалисты соответствующие, и направления соответствующие. Вот. И вроде бы уже какие-то у нас есть традиции. Если можно, я сразу сделаю предложение. Я бы просил Михаила Дмитриевича и Юлию Васильевну совместно как-то обсудить и затем с вами вместе обсудить возможных кандидатов на посты оппонентов. Принято, глубоко уважаемый председатель. Сделаем. Более того, если я сейчас скажу, что вполне понятно свои тезисы, которые высказал, их тоже можно будет обсуждать и с Михаилом Дмитриевичем, и со мной еще в рабочем оперативном порядке, без выхода на какую-то широкую аудиторию. Замечательно. Да. Очень хорошо. Значит, дальше тогда... Нам что сейчас с Иваном делать? Какие дальнейшие действия? Забираем диссертацию мы с Михаилом Дмитриевичем, Александр Зраевич, и смотрим, например, ну, Иван должен проработать те замечания, которые он по записи увидит, да, Иван будет пересматривать запись семинара, и вам принесет свои варианты изменений, которые он предлагает сделать, да, вы на них посмотрите. А мы параллельно с Михаилом Дмитриевичем посоветуемся по поручению Леонида Антоновича, и тогда еще и оппоненты смогут после внесения изменений в диссертацию свое мнение сказать, может быть, они какие-то замечания тоже сделают.
Ну и там список литературы, соответственно, тогда тоже мы поправим, изменим, когда... Конечно, очень хорошо. Вот по поводу оппонентов, все-таки можем ли мы к кому-то обращаться или пока подождать, как это было с Анастасией Леонидовной? Тоже не, я не понимаю пока, как лучше действовать. Александр Израилевич, вы простите меня, по-моему, вы втроем, Юлия Васильевна, вы и Михаил Дмитриевич, прекрасно сначала предварительно обсудят, чтобы потом обращаться к оппонентам. Это довольно быстро произойдет, так что можно будет через некоторое короткое время и обращаться, и приглашать. Думаю, что так будет удобнее психологически для вас и небольшая задержка. Спасибо, Леонид Антонович. Я так и сделаю. Спасибо. Ну и должен сказать, что и очень интересные результаты, и очень интересный доклад. Вот замечание со стороны Ирины Андреевны и Юлии Васильевны, я сейчас не помню, с чьей стороны было точнее, больше или что, что должно быть приведено в большее соответствие с традиционными обозначениями и именованиями. Вот я думаю, что Михаил Дмитриевич подскажет, как привести в большее соответствие с традиционным пониманием тех же вещей математических, в области мат-моделирования, чтобы и это тоже поправить. И, возможно, тогда вот эти пункты 1, 2, 3 будут выписаны таким образом, что абсолютному большинству членов диссертационного совета все будет понятно. Ну и, конечно, вот поскольку там есть исследования... Да, все-таки простите меня, последнее замечание, которое я предполагал сказать, но скажу сейчас. Когда говорится, рассмотрим вот эту модель массового обслуживания, рассмотрим вот эту модель массового обслуживания, хоть какая-то мотивация, чем она мотивирована? Тем, что предыдущие теоретические работы были недостаточно глубокие, недостаточно подробные, поэтому математическая проблема, либо расширение класса систем технических, привело к усложнению модели, и теперь эту новую, более сложную модель необходимо исследовать. Какая-то мотивация была бы хороша. Вот в перечислении всех этих моделей. Чем они мотивированы? Запросом практики или правильным интересом математика к недоисследованности? Я закончил, все. Еще? Нет. Спасибо, Леонид Антонович, и спасибо докладчику и руководителю докладчика. Очень рады всегда видеть ваших учеников, Александр Израилевич, потому что помним и работы Насти Крюковой, и видели Анастасию сейчас в числе участников семинара, но вот, видимо, она не досидела, на работу уже убежала. И Ксению Киселеву помним, а вот сейчас, видимо, Ильюсова и Якова Сатина тоже ждем, слушали и готовы еще раз слушать. Вот так что привет научной школе профессора Зейфмана. Рады всегда выслушать и увидеть ваши новые результаты. Спасибо, Александр Израилевич. Огромное спасибо, Леонид Антонович. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо всем участникам и большое спасибо организаторам, административным и организаторам техническим, которые включали, переключали и все это приводили в работоспособное состояние. Большое спасибо. До свидания. Спасибо, Леонид Антонович. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо.